Всем привет, с вами Стив Про, и сегодня покажу мод, который добавляет 3D-блоки в Minecraft Pocket Edition. Но это уже пятая версия мода, но мы начнем с самого начала. Здесь у нас есть такой тортик, где вместо свечи у нас стоит крипер. Ну, все выполнено хорошо. Дальше у нас идет желтый цветок, который тоже очень выглядит красиво. Дальше идут у нас вот такие блоки. Три вида блоков. Вот. Ну, они совершенно одинаковые, только маленько меняют разную текстуру. Вот, квартовый блок. Очень красиво выглядит. Верстак тоже очень красиво сделали. Также есть и печка, которая, так сказать, при горении в ней руды, она светится. Также очень сильно изменили очаровательный стол. Добавили зачем-то сюда маяк. Я даже не знаю, зачем добавили маяк. И добавили такое эндер-яйцо. Ну, она, конечно, вписывается в интерьер, так как она 3D. Но сзади мы видим, что у нас только 3D-крафт видно. Кварцевый блок, эти блоки. И все. Но зато сзади мы можем смотреть свечку крипера. Вот. Ну да, выглядит красиво. Ну что ж. Также еще изменили рельсы, их делали очень красивыми. Так, давайте вот так. Так. Делаем так еще. Так. Так, и вот так. Теперь изменим здесь. Здесь и здесь. Ну, выглядит очень прекрасно. Теперь давайте поставим вагонетку и посмотрим, как это будет смотреться вместе с ней. А смотрится с ней очень красиво. Так, я почему-то сломал вагонетку, но это очередной баг Майнкрафта. Сразу говорю, это не баг никакого там блок-ланчера или мода, а это баг все-таки самого Майнкрафта. Выпустили релиз, а баги не справили. Какие молодцы разработчики. Ну, что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.